Ясно, что мальчик редкий мальчик, это было ясно. Но он ведь, когда мы только начали с ним заниматься, он занимал там седьмое какое-то место на чемпионате России среди людей, детей своего возраста, 11 или 7 на первенстве мира, когда мы ездили, он начинал со скромного, по-моему, 6 места. Так что, ну, чувствовалось, что это что-то отдельное. Но только в работе может открыться талант. И талант не только талант двигательный, талант трудолюбию. Сейчас он очень необходим, например, Евгений сейчас очень необходим на льду, потому что он выкладывается в каждом движении. Если спортсмены обычные, такого заурядного, талантливые, но заурядно талантливые, они, то, что называется, упертые, напираются, мобилизуются на какой-то один прыжок, одно вращение, то Евгений в каждом движении вкладывает полную силу, полную мощь. Он очень полезен нам для роста молодых спортсменов. OneTVNet.ru. Смотрю, что хочу.